Программу представляет магазин «Все для Apple Fresh Store». Да, деловая аннотация. Добрый день, меня зовут Ксения Шамова, и программа «Да, деловая аннотация». Программа для тех, кто хочет найти ту самую книгу, которая даст четкие рекомендации. Что нужно делать? Здесь рассказываю о книгах, которые мной прочитаны, а идеи, возникшие в этот момент, внедрены в жизнь. Когда знаешь автора книги лично, она читается по-другому. К ней больше доверия и ощущение, что она живая. А внутренний тест «верю, не верю» автору книги автоматически пройден. Так случилось и с этой книгой. «Сверхпродуктивность. 20 инструментов для планирования жизни и быстрого достижения целей». Автор Михаил Алистер. Рекомендованный возраст 16+. В компании, в которой я работала, один из видов деятельности – была организация мастер-классов, тренингов с участием известных бизнес-тренеров и практиков, таких как Владимир Маженков, Глеб Архангельский, Радислав Гандапас, Игорь Ман, Дмитрий Потапенко. А в один из приездов был и автор книги, о котором сегодня идет речь. Как только я увидела, что книга вышла из печати, я не удержалась и заказала себе порадовать полезной новинкой вас и себя. В книге Михаила Алистера «Сверхпродуктивность» 20 глав и 160 страниц. Книгу лучше читать с карандашом или стикерами, чтобы отмечать главные мысли. И в конце каждой главы Михаил рекомендует выполнить домашнее задание. Ведь лучше плохой план, чем никакой. Если бы я составила чек-лист по книге, что нужно сделать после прочтения, мысли были бы следующие. Собрать информацию об авторе книги, чтобы довериться ему при чтении. Тут вы много интересного найдете для своего бизнеса. Так как я скажу, что в автоматизации бизнеса он лидер. Его компания входит в топ-10 интеграторов AMA CRM. Я для себя отметила бизнес-дашборды, инструмент, который визуализирует и анализирует данные. Зарегистрироваться в проекте самопроектирования, проходящий на платформе ВКонтакте. Общение будет с помощью чат-бота, где вам понадобится написать 100 целей. Главное себя не ограничивать. Участие в проекте бесплатное, но правила очень жесткие. Завести аккаунт в сервисе Trello. Там вы сможете управлять целями и примерять мечту на себя. Собрать информацию по каждой цели. Найти наставников, посмотреть ролики на YouTube-канале. Подписаться на людей, которые уже достигли этой цели, спросить у них, как они это сделали. Каждая цель должна быть оцифрована. Для этого в помощь специальное мобильное приложение. Глубина планирования у сверхпродуктивных людей на несколько недель вперед. Сложно одновременно держать в памяти больше 7 дел. Я любитель бумажного девайса. Автор предлагает электронные планировщики. Использовать концепцию «бережливое производство» и автоматизировать любые ручные процессы, как в бизнесе, так и в личной жизни. Продуктивность зависит от здорового сна, соблюдения утренних ритуалов и рациона. Если раньше Михаил баловался фастфудом, то теперь его рацион состоит из смузи, салатов и фруктов на 80%. Самые продуктивные люди – это инвесторы. Важно развивать финансовое мышление. Счастье не в потреблении, а в качестве общения с близкими людьми. А еще в достижении целей в бизнесе, спорте, семье и росте капитала. Мы познакомились с книгой Михаила Алистера «Сверхпродуктивность. 20 инструментов для планирования жизни и быстрого достижения целей». Помните, лучше потратить 30 часов на планирование собственной жизни, чем годы впустую. Да, деловая аннотация.